Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент-бай, канал, который посвящен дымоходам. Дымоходам из нержавеющей стали, пластиковым дымоходам, стальным дымоходам, коаксиальным дымоходам, керамическим дымоходам, вулканическим дымоходам и всем дымоходам, которые вы встречаете в своей повседневной жизни для вашего отопительного оборудования, при помощи которого в вашем доме становится тепло и комфортно. В день ко мне примерно поступает 50 вопросов. Вопросы через сообщения, Facebook, Instagram, Viber, WhatsApp. Мне звонят со всего ближнего и дальнего зарубежья с одними и теми же вопросами. Какой дымоход купить? Из какой нержавеющей стали? Пластиковый либо керамический? А какой дымоход нужен им для твердотопливного котла? С какой толщины? С каким утеплителем? Как правильно собрать? Как правильно пройти потолок? Как сделать кровлю? Какие лучше материалы использовать? Одни и те же вопросы, на которые я должен давать ответы. Поэтому в 2019 году я запускаю проект «Вопрос-ответ», где вы мне лично будете задавать вопрос, а я вам буду отвечать. Для ответов я буду использовать свои объекты. Слава богу, у меня есть что вам показать, так как в 2019 году у меня сдано 430 объектов. Я буду брать изображения и вам показывать, как нужно делать, а как нельзя. Также я буду использовать магнитомаркерную доску, где я буду рисовать, как сделать нужно, где буду вам советовать, а где буду показывать, что делать просто нельзя. А я потом делаю вам ссылочку в мессенджеры, на которые вы уже получите ответ. И вы переходите ко мне на мой YouTube-канал, и где вы наглядно будете получать ответ. От качества вашего вопроса будет зависеть качество моего ответа. Поэтому прежде чем задать вопрос, подумайте. Подумайте хорошо. Задавайте вопросы внизу в комментариях. Всем хорошего настроения, до новых встреч. С вами был Дмитрий Михайлов, Коммент-бай. Пока.